Нещодавно у нашому місті з'явився величезний, просто грандіозний за своїми розмірами культурно-діловий центр. Звісно, що йдеться мова про Минору. Чи буде ця грандіозність у просторі відбита у наповненні закладу, власне, культурними заходами, проектами, акціями, дізнаємося сьогодні у директора центру Минора. Світлана Єрмакова, сьогодні гостя 9 каналу. Я вас привітаю. Добрый вечер. Ну, действительно, грандиозное строение. Ну, хотелось бы, наверное, первый вопрос задать по поводу того, культурно-деловое наполнение в этом центре насколько серьезно? Я хочу сказать, что этот центр, прежде всего, конечно, можно назвать центром духовного развития, но культурно-деловая часть его занимает очень значимую часть. Что имеется в виду культурный отдых и чем отличается центр Минора от торгово-развлекательных центров? Это тем, что отдых здесь действительно культурный. Есть очень много мероприятий, которые сейчас уже поставлены в план на самое ближайшее время. И хочется мне сказать, конечно же, в первую очередь то, о том, что будет интересно самым маленьким жителям нашего города. Это детские спектакли на новогодние каникулы. Конечно, это спектакли, где дети смогут познакомиться и встретиться и как с новыми героями сказочными, так и уже с полюбившимися. То, что касается более старшего поколения, культурный отдых здесь, конечно, будет представлен творческими вечерами достаточно известных и желанных нашим жителям актеров театра, кино, известных писателей, поэтов и так далее. Год уходит, правильно? Правильно. Но остаются новогодние праздники, точнее, те праздники, которые мы ждем. Итак, что же в самое ближайшее время в декабре, кроме новогодних спектаклей для детей? Новогодние спектакли стартуют с 23 декабря. И, конечно, это первое мероприятие, которое будут проводиться в Миноре. Уже с 24 января будет творческий вечер Бориса Барского. Мы приглашаем всех желающих. Действительно, достаточно знаковое событие для города. И Минора, я вам хочу сказать, входит только в самую такую начальную стадию всех мероприятий, которые здесь будут проходить. Познакомиться со всеми анонсами можно как на сайте minoracenter.com, так и в информационно-туристическом центре, который ежедневно работает в центре Минора. Пожалуйста, все желающие, как жители города, так и гости, могут прийти и всю информацию ежедневно получить. Вы как-то отслеживаете ситуацию? Сколько ежедневно людей попадает в Минору? Вы знаете, пока сложно сказать точную цифру, потому что с каждым днем интерес все больше и больше. Безусловно, жители города долго ждали этого события, и не все еще увидели своими глазами, что собой представляет Минора. Конечно, интерес со стороны всего мирового сообщества достаточно высок, и это различные делегации и гости, которые приезжают именно в Днепропетровскую еврейскую общину. Непосредственно такой подсчет мы ведем, но, наверное, более точно мы скажем немножечко попозже. На ваш взгляд, 2012-2013 достаточно переходный такой период. Многие вот говорят по поводу 21 декабря. Как вот вообще в Миноре по этому поводу? Я считаю, относятся? Что жизнь только начинается, и Минора центр сделал достаточно уверенный, беспрецедентный шаг, наверное, на пути своего успешного и долгого будущего. Поэтому ни о каких событиях, которые могут завершить какие-то начинания, конечно же, мы не то что не говорим, мы даже об этом не думаем. Минора — это большой корабль, у этого большого корабля большое плавание, можно сказать так. Еще хотелось бы, конечно, анонсировать немножко вот те творческие мероприятия, которые запланированы. Мы ведем различные переговоры и уже достигли договоренностей с народным артистом СССР Львом Дуровым. Непосредственно подтвердил свое согласие известный писатель Виктор Шендерович. Я хочу сказать, что вот у таких личностей достаточно высок интерес к этому центру, потому что центр сам по себе уникален. То есть он уникален как часть определенного культурного развития, то, чего нет в городе Днепропетровске. Поэтому мы надеемся, и даже больше сказать, мы уверены в том, что этот центр заживет очень интересной культурной жизнью,
что привнесет в город определенную не только туристическую, но и культурную достопримечательность. Ну и в завершении нашего разговора, наверное, все-таки так вкратко перечислите, пожалуйста, что находится в Миноре и еще раз сайт, для того, чтобы телезрители могли сами зайти и ознакомиться. Что находится в Миноре? То, что, наверное, станет интересным для деловой части города, это, безусловно, возможность проводить здесь различные мероприятия. Это площадка, которая дает возможность любому организатору оптимизировать свои затраты, как временные, так и материальные. Потому что такие мероприятия, как конференции, как различные съезды, обучающие семинары, тренинги и так далее, для этого есть все, что этому сопутствует. То есть это гостиничные услуги, это услуги питания, это различные программы, которые позволяют продвигать эти мероприятия и делать их более известными. Непосредственно хочется, конечно, остановиться на отельных услугах и то, что здесь будет представлено эксклюзивно, чего в городе еще не было. Наряду с 4-звездочным отелем будет скоро открыт молодежный хостел. То есть это достаточно высокого качества и доступное по стоимости жилье. Проживание, да? Проживание. Потому что есть потребность у города проводить молодежные различные мероприятия, там, где есть ограниченные бюджеты. И хостел у нас представлен по самой, так скажем... Оптимизированной цене. Оптимизированной цене и по... Я считаю, идеальная философия хостела, потому что это не просто общежитие, это хостел, где люди могут не только временно размещаться, они могут здесь общаться, они могут знакомиться и интересно проводить время. И духовно расти. Безусловно. Ну и еще раз сайт. Да. Я еще раз хочу повторить сайт minoracenter.com. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії і крокуйте далі по життю. Спасибо. Дякую Світлані Єрмаковій за участь у нас. Сьогодні директор центру Минора розповіла, що культурний центр готує для мешканців Дніпропетровська, чим може збагатити життя міста. А випуск триває. Тепла дощова погода у грудні вже мало дивує дніпропетровців. Останні роки ми саме так зустрічаємо зиму. Тим часом в інших регіонах країни вже лежить сніг. Чого чекати від природи найближчим часом і чи будуть надто холодними наступні зимові місяці? Поцікавились ми у Дніпропетровському гідрометцентрі. Схід, захід і центральна частина країни вже в снігу, а Дніпропетровщину поливають дощі. За перші 5 днів зими випала майже